Добрый вечер, дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на открытии международного фестиваля имени Василия Ильича Сафонова. Сегодняшний концерт посвящен 180-летию со дня рождения Антонина Дворжака. На сцене академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Антонин Дворжак. Концерт для виолончели с оркестром. Си минор, опус 104. Концерт в трех частях. Аплодисменты между частями не предусмотрены. Солист. Народный артист России Сергей Ралдугин. Дирижер. Лауреат премии президента России и международных конкурсов Димитрис Батинис.
Thank you.
Thank you.
вас. Закончилось первое отделение концерта. Антракт. Антонин Дворжак. Симфония номер 7, ре минор, опус 70, в четырех частях.
исполняет Академический симфонический оркестр имени Василия Ильича Сафонова. Дирижер Димитрис Батинис. Thank you.
Thank you.
Thank you.